Мы сотрудники Росатома. Я проводник Хуснединов Ильгиз Зуринович. Я Шишкин Владислав Александрович. Я Лапин Владимир Викторович. Я Кличко Иван Андреевич. Мы с 22 февраля находимся на территории Украины. Мы прибыли по железной дороге, привезли важный груз, радиоактивное топливо для Ровенской атомной станции. 17 марта мы полностью разгрузились, передали груз станции. 17 марта мы закончили свою работу по инструкции и по договору. Претензий принимающей стране у нас нет. Мы работали в хороших условиях. С начала войны в Украине мы видим ужасы, которые творят наши соотечественники. Они убивают детей, матерей и граждан Украины. Здесь мы увидели всю правду. Вы военнослужащие. За то, что они тут творят. И не понимаем, как офицеры могут отдавать приказ бомбить атомные станции. Мы понимаем, что эти последствия могут оказаться плачевными, которые могут привести к ядерной катастрофе. И не понимаем, почему происходят обстрелы Чернобыльской и Запорожской атомной станции. Мы не хотим в этом участвовать и иметь к этому отношение. После всего увиденного нам страшно возвращаться.